Всем привет, начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку. Вот я тут бродил, наткнулся на улице Гражданской, 26, вот на такое здание. Это здание Санкт-Петербургского мирового съезда Сиротского суда, ныне дворец детского творчества, который называется Вознесенского моста. Так и называется, дворец детского творчества Вознесенского моста. Так вот, архитектор Китнер Иероним Севастьянович. Стиль эклектика. В 1883 году был готов проект на месте ветхого пожарного депо на Мещанской улице. Ну вот Мещанская, ныне Гражданская улица. Началось строительство в 1884 году, а закончилось в 1885 году. Ну, достаточно быстро построили трехэтажный дом. В доме помещались, кроме столичного мирового съезда и его архива, кабинеты для участкового мирового судьи, камера мирового судьи, Сиротский суд. Что такое Сиротский суд? Сиротский суд – это учреждение, которое заведовало опекой над лицами городских сословий. Вот. К ведомству Сиротского суда принадлежат следующие дела. Это попечение о малолетних сиротах и вдовах, о их имении и делах, заведование секвестированием, показенным взысканием, дела по опекам над малолетними детьми евреев, поселенных на владельческих и собственных землях, ревизия опекунских отчетов, ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Ко всему прочему, там было городское училище, училище для мальчиков и для девочек, отдельные были училища, и залы для судопроизводства, они как раз выходили во двор, и поэтому, в общем, шум не мешал, который шел с улицы. А школьные помещения, конечно же, там были, и помещались квартиры для учителей и учительниц. Комнаты, кухни для сторожей, дворников, то есть такое комплексное было решение. Надо отметить, что по тому времени достаточно было такое современное здание, потому что оно было оборудовано воздушным отоплением, обеспечиваемым 12 калориферами, увлажнительными приборами, а также печью для сжигания нечистот с четырьмя фильтрами. То есть это вообще было круто, конечно, в то время. На фасаде расположены два лепные герба Санкт-Петербурга, на которых начертан 1884, на другом 1885, то есть дата начала и окончания строительства. Здесь был дом коммунистического воспитания детей, потом он был переименован в дом пионеров и школьников Октябрьского района. В период Великой Отечественной войны в этом здании размещался штаб противовоздушной обороны. Но все равно одновременно продолжали работать детские коллективы художественной самодеятельности и проводились новогодние праздники. В войну между этажами зависла бомба. Всех детей переселили в новое место. Бомбу разминировали, потом опять дети заселились в этот же дом. Сейчас там находится дворец детского творчества Вознесенского моста. Ну вот, все данные я пользуюсь таким сайтом, он называется CityWalls.ru. Вот, данные с этого сайта. Ну все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего.